эфире выпуск новостей в студии Султания Сетакаева. Переходим к последним событиям. Финишная прямая. В крымском отделении «Единой России» рассказали о планах на предстоящую избирательную кампанию. По словам секретаря крымского регионального отделения «Единой России» Владимира Константинова, подготовка партии к активной фазе выборов уже завершена. Провели конференции по кандидатам в депутаты в Госсовет. Кроме того, прошел республиканский партийный форум «От крымской весны к крымской мечте», на котором была представлена программа партии на следующие 5 лет. Наша программа была признана одной из лучших в России по объему и по работе крымского отделения. Так сказать, будут брать опыт многие другие регионы. Сегодня в республике отмечают День крымско-татарского флага. Дата в крымском календаре появилась в 2010 году и становится все популярнее. Праздник начали отмечать в Белогорске. Сюда со всего полуострова съехались автомобилисты. От подножья Белой скалы стартовал автопробег. Каждая машина украшена государственной национальной символикой. Оттуда автоколонна направилась в столицу Крыма на праздничный концерт. Сегодня здесь собрались самые активные крымчане. Нас всех объединила общая цель – участие в национальном автопробеге у себя на родине, в день крымско-татарского флага, символа небесного цвета с желтой тамгой. Символ крымских татар объединил две республики – Крым и Татарстан. Национальный флаг развернули и в Казани. Крымские студенты провели флешмоб ко дню крымско-татарского флага. Сейчас они обучаются в республике Татарстан по общеобразовательной программе проекта «Двух республик». Крымчане исполнили народные песни в стенах вуза и на набережной Казани. Также исполнили танец хоран. Так они передали привет всем жителям полуострова. Напоминаем, сегодня в 18:00 в Гагаринском парке пройдет праздничное мероприятие в программе «Флешмоб» – концерт с участием лучших коллективов республики и квест. Участники праздника познакомятся с декоративно-прикладным искусством крымских татар и блюдами национальной кухни. А самых маленьких гостей аниматоры погрузят в восточную сказку народа. Мусульмане готовятся к путешествию в священные места. В Республике Крым началась вакцинация паломников. Желающие получить визу в Саудовскую Аравию могут только при наличии прививочной карты. Прививку необходимо сделать не менее чем за 10 дней и не более чем за 3 года до выезда. Как проходят профилактические мероприятия и сколько человек готовы отправиться в паломничество, в репортаже наших корреспондентов. Значит, смотрите, вы сейчас здоровы. Горлышко не болит, температуры нет? Не болит, ничего. Для осуществления своей мечты 80-летняя Диляра Ханум вместе с сыном пришла в Симферопольскую поликлинику. Через 2 месяца она отправится в священное для мусульман место. Каждый, кто желает побывать в Мекке и Медине, обязан из-за большого скопления людей со всего мира сделать прививку против острого инфекционного заболевания. Больно? Нет, не больно было, даже не почувствовала. Даже как комар укусил, не почувствовала. Многодетная мама, бабушка 17 внуков и 30 правнуков целый год посещала курсы по изучению ислама. Теперь вместе с внуком отправится в хадж. Внук, который 2 раза уже был, нет, или он, да, 3-й раз он едет со мной, меня сопровождает. Он мне дал 2 книжки про хадж. Вот я их уже 2 раза, 2-й раз читаю точно. Ну, как там, что нужно делать, где, куда подойти, как... Какие слова говорит там, еще не выучила, но по книжке могу. Переживаешь, конечно, как же, чужая страна. Число паломников из Крыма после воссоединения с Россией увеличилось в несколько раз. При Украине в год выезжало около 100 паломников. В этом году в священные места из Крыма отправится около 1000 человек. Сейчас они активно проходят вакцинацию. Значит, мы проводим вакцинацию вакцины Минактра. Это вакцина производства института Пастера, очень ведущий производитель в области вакцин. Вакцина переносится хорошо, ну, как после любой прививки, возможно, повышение температуры, местная реакция, но все это проходит в течение 1-2 дней и является поствакцинальной реакцией. Для тех, кто желает отправиться в хадж, минимальная стоимость поездки составит более 150 тысяч рублей. Бизнес-пакет обойдется в 280. А если человек едет вторично, к основной стоимости он должен дополнительно заплатить $550.
Самое главное условие – это, конечно же, наличие нужной суммы и, конечно, это загранпаспорт. Недавно было совещание в Госкомнации, и было у нас специальное окошко для ускоренного получения загранпаспорта, которое, ну, на прошлой неделе уже закрылось. То есть сейчас, если паломник хочет полететь в хадж, ему нужно, чтобы загранпаспорт его был готов. За неделю до вылета в Саудовскую Аравию в Киберджаме будет проводиться семинар, в котором сотрудники муфтията расскажут о главных процедурах всех обрядов. Первая группа паломников отправится в хадж 23 июля, а последняя 3 августа. Всего по всей России более 20 тысяч человек посетят святое место. Одним из толпов ислама является хадж. Совершить паломничество в Мекку обязан каждый, имеющий возможность, правоверный мусульманин. Завершится хадж одним из двух главных праздников Курбан-байрам. В этом году он приходится на 12 августа. Коммунальные услуги с понедельника подорожают на 4,5%. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Юрий Новосад. Как сообщили в комитете, повышение тарифов носит плановый характер. Средневзвешенный тариф на холодное водоснабжение с 1 июля составит 30 рублей 21 копейку с НДС. Повышение к первому полугодию составит 0,1%. Средневзвешенный тариф на водоотведение с 1 июля составит 26 рублей и 1 копейку. Изменение к первому полугодию составит 4,9%. Повысят тарифы и на электроэнергию более чем на 7%. Стоимость 1 киловатт-часа до 150 киловатт будет 3 рубля 20 копеек. Газ подорожает и на 7,5%. И составит 5 рублей 20 копеек. Мы молодые защитники природы. Под этим девизом в Евпатории состоялся межрегиональный слет юных экологов. Со всей страны съехались команды школьников, которым не безразлична судьба нашей планеты. С защитниками природы пообщалась наш корреспондент Айша Шулакова. Здесь у нас 15 микрорентген в час. Это значит, что точка находится в пределах нормы. Эти ребята о радиации знают все. Юные экологи из Челябинска 4 года изучают радиоактивный фон в регионах России. Все, что им нужно, это дозиметр и знания физики. Сегодня они измеряют уровень радиации в Крыму. Нормой для Республики Крым является 20 микрорентген в час. На соседней точке мы фиксировали значение в 13 микрорентген в час, а здесь мы уже видим значение 21 микрорентген в час, то есть небольшое превышение нормы. Подростки занимаются в детском экологическом центре «Мир Атома». Для результатов своих исследований они создали интерактивную карту. Она в открытом доступе на сайте их организации. Производим замеры, информируем население, демонстрируем наши работы, презентуем их на разных площадках в наших городах, в соседних областях, в столице, в Москве также мы наши работы проходили. Апробацию. Одна веревочка переплетается другой, все это идет на двух других. Он будет двухсторонний. Пару метров веревки и ловкость рук, никакой магии. Ребята из Нижнего Тагила плетут уникальные браслеты. Это не просто украшение, а незаменимая вещь в туристическом походе. При желании их можно дополнить компасом и лучиной. Браслет состоит из 2 метров веревки. То есть, если вы потерялись, если вы попали в какую-то ситуацию, в которой вам необходимо что-то перевязать, она вам поможет. Вы можете в любом удобном случае расплести ее и перевязать что-то. Евпатория в четвертый раз объединяет молодых защитников природы со всей страны. Здесь проводят межрегиональный слет юных экологов. 25 команд, несколько сотен участников. А в этом им способствует Министерство экологии и природных ресурсов Крыма. Экологическое образование, экологическое просвещение, все это вот комплекс мероприятий приводит к формированию как раз экологической культуры, в том числе подрастающего в первую очередь поколения. И чем больше мы таких мероприятий будем проводить, соответственно, ребята обмениваются мнениями, своими знаниями, получают новую какую-то информацию. Место проведения слета не случайно. Именно Евпатория 4 года подряд носит звание «Самый экологически чистый регион Крыма». Я пожелаю ребятам мало того, что хорошо поработать. Тут уже однозначно в этом слете нету проигравших, тут победители все. Хорошо оздоровиться, получить хороший заряд эмоций и приезжать, возвращаться к нам в Крым ежегодно. Брейн-ринг, дефиле Комода, постановка экологических сказок, конкурс видеовизиток «Мой родной край» и лучший девиз команды. Все для привлечения внимания молодого поколения к проблемам сохранения окружающей среды, формирования экологической культуры и обмена опытом среди молодежи.
Юные экологи со всей страны проведут Евпатории целых 5 дней. Их ожидает насыщенная программа. По итогам всех этапов мероприятия лучшие команды наградят грамотами и ценными призами от Министерства экологии и природных ресурсов Крыма. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал «Милет», Евпатория. В Крыму активно продолжается газификация сел. Теперь голубое топливо появилось и у жителей села Славянка Джанкойского района. В селе проживает 54 семьи. Протяженность газопровода более 2 километров. Стоимость проекта почти 5,5 миллионов рублей. Средства выделили из республиканского бюджета по программе газификация населенных пунктов Крыма. Строительство велось меньше года. Заказчики — Министерства топлива и энергетики Крыма. В этом году природный газ появится еще в 11 населенных пунктах. 10 километров шархинского гранита планируется уложить вдоль набережной реки Салгир в столице. Работа началась накануне, на сегодняшний день уложено несколько сотен метров. Параллельно с этими работами производится монтаж чугунного ограждения. 10 километров демонтированного ранее ограждения перебрали, сломанное утилизировали, остальное, а это почти 5 километров, очистят и установят на место. Установка нового чугунного ограждения на набережной началась на прошлой неделе. В рамках работ планируется также капремонт мостов через реку и 2 фонтанов в центре города. 2 военнослужащих контрактников погибли во время тренировок по парашютным прыжкам в Старом Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. Во время учений десантники приземлились на воду и не смогли освободиться от парашютов, утонули. Причины происшествия устанавливает комиссия командования воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами. Штраф за нарушение тишины. Теперь крымчанам нельзя шуметь в обед. Законопроект поддержали депутаты Госсовета. Разработали закон по неоднократным обращениям граждан. Ранее период тишины начинался с 23:00 и длился до 7 утра. Теперь время изменилось. По новому расписанию с 20:00 вечера до 8 утра, а также днем с часу до 2. За нарушение закона штраф от 500 до 1000 рублей. Для граждан от 2 до 5000 рублей для юридических лиц. Крымский курешист завоевал серебро на чемпионате мира по борьбе на поясах. Соревнования прошли в столице Татарстан, Казани. 240 участников из 42 стран. Марлен Сейтумиров взял 2-е место в весовой категории до 90 килограмм. За его победой наблюдали почти 40 тысяч зрителей. Спортсмен из Кировского района уже давно зарекомендовал себя как профессионал. Марлен Сейтумиров – кандидат мастера спорта по греко-римской борьбе и двукратный победитель всекрымского чемпионата по национальной борьбе «Куреш» имени олимпийского чемпиона Рустема Казакова. Это все новости на данную минуту. В студии для вас работала Султания Ситакаева. Хорошего вам вечера.